За вежливость можно получать подарки. И это не первоапрельская шутка. Инспекторы ДПС всегда настроены серьезно. Тем более, если речь идет о жизни и здоровье пешеходов. В течение месяца принять участие в акции и получить приз может каждый автолюбитель, соблюдающий правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут поджидать водителей возле пешеходных переходов. Пропустил пешехода – получи стикер. Каждый стикер имеет свой регистрационный номер. На стикере обозначен телефон. Водитель, получив такой стикер, по телефону связывается с представителем госавтоинспекции. У нас будет специальный человек, который будет регистрировать все звонки, регистрирует установочные данные водителя, который получил стикер. Первыми проверку на вежливость прошли водители, проезжавшие по улице Победы. Большинство из них испытания прошли достойно. За что и получили стикеры от инспекторов ДПС и сувениры из рук веселой оранжевой зебры. Обязательно, обязательно. Уважать надо всех на дороге. Ездим по правилам, стараемся не нарушать. Мы такие же пешеходы, независимо от того, что мы находимся за рулем. По итогам акции «Вежливый водитель» автолюбители, набравшие наибольшее количество стикеров, получат ценные призы от сети заправочных станций и инспекторов ДПС. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.